Гуляю по парку фестивальный Мариной Рощи. Ариана пока моя на тренировке по художественной гимнастике. А я вот покормила тут птиц. Голубка одна прилетела. Что это за птички, я не знаю, как они называются. Но они подлетают. Вот бутылки насыпали, семечки. Вот их сколько тут. Снежок сыпет очень хорошо. Нравится мне гулять по этому парку. Признаться, даже я не предполагала, что, оказывается, парк разбит на бывшем кладбище. Очень хорошо тут. Заинтересовали меня эти птички. Сначала думала, что это воробьи. Нет. По окрасу вижу, что это не воробьи. Ну, сколько снега в парке. Здорово. Я тут голубка купила батон, накрошила ей одна. Эти хлеб не интересуют птичек. Они едят именно вот семечки. С этих бутылок таскают. Прикольно.